деревенщины. Иди убирайся, то весь кабинет изгадили. А как я могу убираться? Я не вижу ничего. Этот гаденыш меня ослепил. Я не ослепил, а выдал. Василий Петрович вообще приказал тебе зарплату освежителями воздуха выдавать. Петрович, дай что-нибудь глаза протереть. На, утрись. Фу, что это? Петрович, ты просил перловку, я приготовила. Ты что, совсем сдурела, что ли? Как я потом буду помещение проветривать? Он же сказал, у него от нее газы. Ой, похоже, у меня тоже от нее газы, только от одного. Ну, тогда пойду выложу на крышу желтых жигулей, пусть хоть птички поклюют. Куда? Я... Стой! Петрович, а ты знаешь, что, походу, Лариска тебе с электриком изменяет? Я их однажды подслушивала и даже подглядывала. Так вот, этот самый электрик, походу, метит на твое место. Вот везде падла такая ходит и метит. Вы что, меня еще электриком хотите сделать? Так, может, это он все вырубил? Да как я мог вырубить, а за столом сидел? За что это ты хочешь кассира вырубить? А, ты про электрика? Так у нас ничего нет. А ребенок от кого? От гинеколога. Мальчишка. Врач сказал, что осмотр будет проходить у него дома при свечах и под музыку. Он такой же диагноз ставит, ну вот и поставил. Фу, пронесло, а то я уже хотел фирму на продажу выставлять и в Японию бежать. А у нас в деревне, ну чем тебе не Япония? Погляди вокруг, одни пьяницы узкоглазые ходят, вот с ними и дружи. Извините, у меня маленькая проблемка, мне кажется, я вам всю зарплату выдал, все, что было в сейфе. Это не очень критично, годовую практически, мне кажется. А мне ты, походу, тоже на ход вперед выдал. Ну, точно, пора бежать, пока не поздно. Куда ты собрался бежать? А к нас кто с ребенком будет содержать? Как кто? Гинеколог. Алло. Алло. Кто? Ларису? А кто спрашивает? Электрик Василий? Вася, я беременна от тебя. Вася, беременна. Все, больше перебоев с электричеством не будет. И звонков тоже.